Здравствуйте! Добро пожаловать на канал Мыло Опт. И сегодня мы представляем вашему вниманию обзор ленты мешковины с кружевом. Декорирование – один из наиболее приятных моментов и неотъемлемых этапов производства продукции ручной работы. Среди всего разнообразия лент особое место в сфере декора занимает лента из мешковины. Грубое на первый взгляд волокно и утонченное оригинальное украшение кружевом. Поэтому применение ленты мешковины уместно при декорировании даже самых миниатюрных и изысканных подарков. Представляет собой натуральную тесьму из грубой ткани. Исходный материал – толстая пряжа в виде переплетенных нитей. Преимущество ленты из мешковины с кружевом таково. Из натуральных волокон, прочный материал, умеренная грубость на ощупь, яркие оранжевые акценты. Отлично комбинирует с другими материалами. Универсальный декор на любой случай. Применение кружевной ленты из мешковины таково. Декор свечной продукции handmade, отделка кашпо, подсвечников, торшеров, украшение вазонов, бокалов, дизайн интерьера, упаковка косметики ручной работы. Вот так выглядит данная лента. Вот такая. С этой стороны идет, а с этой с красивым кружевом. Очень красиво смотрится на различных вещах, которые можно задекорировать. Спасибо, что посетили наш канал. Не забывайте подписываться, ставить лайки. До новых встреч!